Здравствуйте. Наконец закончилась наша выборная баталия. Победа! Вроде как. Ну и мы входим в спокойную полосу жизни. Спокойную тоже вроде как. Новости, соответственно, появились такого мирного плана. Мой хороший знакомый поехал покупать здоровенный такой джип. И ему сказали, что джипов теперь дефицит. Ближайшие джипы появятся аж весной следующего года. Он может записаться в очередь. Дефицит джипов. А с другой стороны, опять пролезла информация, она не то чтобы новость, но тем не менее, раньше на нее мало кто обращал внимание. Множатся стоянки нераспроданных новых автомобилей. Причем это не 10, не 100 штук, а их миллионы. И вроде как и поверить в такую штуку невозможно. Кто же их производит, если их никто не покупает? Эти новости вроде как не связанные, а на самом деле стоит вспомнить нашего советского режиссера Александра Довженко, который говаривал: «Надо уметь смотреть в лужу и видеть звезды». Давайте мы приложим к этим двум вроде не связанным фактам наши с вами головы. Пункт первый. Нас лет 30, если не больше, почуют информацией о том, что рентабельность производства на прогрессивном Западе, она примерно 2%, и все очень даже довольны. Вот представьте, такой гигант, как, например, Mercedes-Benz, работает, и к концу года у нее целых 2% прибыли на вложенный капитал. По понятиям наших русских бизнесменов это вообще ничто. Они вроде как довольны. Этот график показывает производство и продажи автомобилей за прошедшие 10 с лишним лет. Разница между производством и продажами в год достигает 2 миллионов экземпляров новеньких нераспроданных автомобилей. При общем объеме производства 40-50-60 миллионов машин в год, 2 миллиона это добрых 5%, если не больше. И теперь соединяем 2% рентабельности, 5% нераспроданных машин, по крайней мере минус 3% разница. За 10 лет минус 3% регулярных, а то и 5% в оборотах, даже в оборотах автомобильных фирм, это означает через 10 лет минус 50%. Мы должны быть свидетелями массовых банкротств, закрытий автомобильных производств. Но тем не менее автомобильные производства растут. График наглядно показывает. В чем дело? В эту же картину стоит добавить остановку производства нашего ВАЗа, потому как у них не хватает микрочипов для электронных устройств, которыми комплектуются даже наши простенькие ВАЗы. Остановлен не только ВАЗ, скажем, BMW тоже остановлен, тоже не хватает вот этих вот мелких штуковинок. Опять дефицит. Так дефицит или избыток? Там не распроданных 2 миллиона в год. Здесь дефицит штуковинок для выпуска следующих, которые, кстати, наверное, тоже могут быть не распроданы. Опять какая-то нестыковка. Ведь рыночная экономика, она ведь все ставит на свои места. А она не ставит? Так в чем же дело? Напрашивается очень простенький вывод. Автомобильные гиганты, они работают не с рынка. Они работают еще по какой-то другой причине. И поддерживается на плаву тоже не рынком, а еще какой-то другой причиной. А какой? Для начала следует вспомнить, что гигант АвтоВАЗ советского времени – это 6% национального дохода СССР. То есть это вот та хребтина, на чем держалась поздняя советская власть. Одна из. Видимо, той же оценки следует давать и автомобильным гигантам западного мира. Все, наверное, помнят выражение, что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки. Вроде бы на этих гигантах должна держаться хребтина современного капитализма. Однако, лет 12 назад небольшая группа швейцарских ученых, экономистов, решила посмотреть взаимосвязи крупнейших западных концернов и кто, собственно говоря, кем управляет в западном мире. В их внимание попалось 47 тысяч крупнейших транснациональных концернов. Ну, это типа нашего «Газпрома». Вот такие вот структуры. И они построили иерархическую лестницу кто над кем. Сверху этой иерархической лестницы оказалось 147 всего-навсего структур, о которых мы с вами имеем очень призрачное представление. Сейчас перед вами прокрутится 50 верхних из них, а желтеньким отмечены те, о которых вот лично я что-либо когда-либо слышал. И вот посмотрите, в основном там обозначены организации, о которых я слыхом не слыхивал, а они возглавляют список.
Годовая прибыль шестого в этом списке банка JP Morgan, основанного на капиталах знаменитого пирата 17 века Моргана, составляет 3,5 триллиона долларов. Это 1/10 нашего российского бюджета. А его активы примерно равны в объему нашего годового бюджета. То есть масштабы космические. А там сверху него еще, например, есть банк Барклайс, у которого эти цифры зашкаливают далеко за понятие нашего бюджета. А откуда все это богатство-то? С какого оно перепугу взялось? Ведь под ним же должно быть что-то материальное, казалось бы. Перед вами график колебания стоимости биткоина. Одна вот эта вот штучка, которая ничто, стоит сегодня 45 тысяч долларов. Вечно зеленых. То есть стоимость любого актива искусственно, вот на примере биткоина, можно надуть до бесконечности. Стоимость самого биткоина ноль, потому что его не существует. Тем не менее, 45 тысяч долларов, и многие платят. Каким образом? Чтобы завести деньги на биржу, нужно заплатить небольшую пошлину. А чтобы вывести деньги, нужно пошлину заплатить побольше. На конкретно этой бирже 4%. Ты имеешь возможность, имея какие-то лишние или, может быть, даже кредитные деньги, ввести туда деньги, умножить это дело, скажем, там, на 5% в течение одного дня и вывести их за 4% обратно. Но тебя жадность будет давить, поэтому ты эти 5% попытайся умножить еще, потому что вывод 4%. И таким образом вот из-за этой жадности дуется объем биржи. А эти деньги-то не настоящие. На самом деле они могут быть кредитные, а могут быть ведь дутые непонятно на чем. Берем пример Теслы. Она выпускает 500 000 автомобилей и при этом в 20 раз дороже, чем Toyota, которая выпускает 10 миллионов автомобилей. То есть этим цифрам верить нельзя, но они существуют. Эти акции существуют, их можно продать и купить, вложить вот в этот вот фуфель, который называется биткоином, еще их вырастить. И вот этот пузырь, основанный на жадности и на разрешении торговать воздухом, он дуется и дуется. Получается, что до бесконечности. Погореть на этом тоже легко. Нашему бывшему министру открытого правительства Абызова инкриминирует то, что он 126 казенных миллионов долларов попытался вот таким образом прокрутить на криптобирже и получить с этого дела маржу. Но прогорел. А теперь мы вернемся к моему приятелю, которому не достался новый джип. Для того, чтобы увеличить количество предложений джипов, производитель должен иметь какие-то дополнительные источники дохода инвестиций в собственное производство. А инвестиции ему дают маржу 2%, прибыль. И то, если получится. И какой же ему смысл вкладывать деньги в себя или акционерам вкладывать деньги в его расширение, когда он в итоге имеет 2% прибыли, а вот на вот этой вот бирже ты можешь иметь эти самые проценты за один день. Но, естественно, все деньги уходят туда. И даже из твоего же собственного производства, если их возможно обналичить, они тоже пойдут на биржу, что они и делают. Поэтому мой приятель остается без джипа. В общую очередь. В очередь, сукины дети, в очередь. А как же быть с рыночной экономикой, которая все устаканит? А вот так вот и быть. Она ничего не устаканивает. Это занавес. Рыночная экономика – это прикрытие господства крупнейших монополий. Товарищ Гитлер в свое время это дело очень хорошо показал. Под разговоры о демократии, о национальном социализме, они наштамповали оружие и кинули штурмовать нашу с вами родину. У них тогда не получилось. А сейчас они это делают с помощью еще одного претендента в Гитлера нашей эпохи. Вот этого кренделя, его зовут Клаус Шваб. Он говорит, что тоже нужно как-то все деприватизировать, чтобы ни у кого ничего не было, и от этого мы были счастливы. А они нам будут предоставлять бесконечное количество услуг. Или не предоставлять, там уж как им заблагорассудится. Вот это в сущности и есть их модель глобализации. Через финансы и дефициты ко всеобщему господству. Они ее и праздновать-то уже начали. Победа! Увидимся.